Доброе утро. Сейчас буду молоть себе кофе. Время 10:30. Я сегодня встала в 10, не могу открыть глаза. Поэтому буду делать себе кофе. Как говорится, люди, пейте кофе, делайте глупости энергичнее. Да, кот? Вы уже поели, у меня же стиралка работает. Процесс идет. Цвет такой, боже, я обожаю запах кофе. Я обожаю запах кофе даже больше, чем сам кофе. Запах больше, чем пить. Блин, как я хочу уже выйти, убраться в самом палисаднике. Потому что эти бумажки какие-то наваленные, окурки, пакеты. В общем, короче, я уже очень хочу убраться. Но это немножко странно, 26 января, февраля, на минуточку. Как-то, знаете, обычно это был апрель. О, все, стиралка взлетает. Выключаюсь, сейчас будет ничего не слышно. Все, пошла молочку. Сегодня взлетели. Ни стиралка, ни кофемолка. Очень хорошо. Боже, запах кофе, это что-то. А, мне же надо в розетку включить сейчас. Все, теперь ставим на режим арома. Сейчас будет вкуснота и красота. Подготовила себе сразу молоко. Я не могу кофе без молока пить. Корицу добавлю. Сахар. Здесь будет горячее. Сюда добавлю охлаждю. Поставлю охлаждаться, будет холодно. Ну что, ура! Налила молочка. Все, утро начинается. Че, Кристюш, ты в шоке, да? Опять снег? А там мои крокусы тюльпана. Не знаю, что там вылезло. Ну, в феврале еще вылезло. В январе. Че ему? Иди, 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 выходим, выходим, выходим. Вот, свежо так. Кристюш, что скажешь? Ты доволен погодой? Ты в шоке? Я тоже. Мы в шоке. Доброе утро. Главное вовремя поздороваться. Где-нибудь ближе к концу видео. 4 часа. Рабочий день мой в разгаре. Но у нас за окном пошел снег. Правда, я надеюсь, что он весь потает, потому что, в принципе, температура у нас -1. Всего лишь. Ну, он падает и тает, но знаете ли, уже снега не хочется. Ужасно. Ноги всякие висят. Матерь Божья, загляделась. Китоги, желудки. Пятаки, господи. Рога. А сама кошечка чистит, да? Да. Такие кружки сама поиграла. Thank you.
иду с покупками. Прогуляюсь немножко. Мозги надо проветрить мне. Собственно, купила вот такой вот наполнитель Fresh Step и еду килограмм проплана. Сейчас буду кормить хозяйство. Ну что, прям хочется доснимать этот влог с таким нимбом. Нимбом. Все, у меня сегодня мозг уже просто кипит. 3 часа скайп-совещания, внедрение там всяких новых систем, новых... Короче. Боже, дай мне силы. Дай мне силы, дай мне грейпфрут. Буду сейчас есть грейпфрут для восстановления жизненных сил. Не знаю, что неделя была безумно тяжелая. И эта неделя тяжелая, и следующая будет тяжелая. Короче. Сходила, прогулялась у нас по району, подышала немножко свежим воздухом, знаете, чтобы мысли вот тряслись. Блин, у меня сзади меня такой фон, конечно, ну блин, когда-нибудь я этим займусь, я это доделаю. Однажды все будет. Короче, сходила, подышала, вроде полегче стало, знаете, немножко так переключилась, что уже минут 40, 30, 35 назад закончился рабочий день мой. Не знаю, как перегружаться, как перестраиваться, потому что не успею. Только мозг отдохнет, начинается, блин, утро, и опять по новой. Короче, все, на этом со всеми попрощаюсь, буду есть грейпфрут. Я обожаю грейпфруты, хотя раньше их не любила. А потом меня научили их правильно есть. Знаете, как правильно? А надо шкурку убирать и есть только внутренности. Тогда вкус. Да-да, все оказывается просто. Вкусный, полезный грейпфрут меня обязательно спасет сегодня. Все, на этом со всеми попрощаюсь. Хорошего всем дня, хорошего всем вечера. И легкой вам рабочей недели. Все, всем пока-пока. Валюша, ты какая большая стала. Ползает. Капустку ест. Красотка. Усищи такие. Вообще чудесное создание улитки. Вот реально они какие-то неземные. Вот улитки, козы и жирафы. Мне кажется, самые неземные создания. Хотя, в принципе, блин, и крокодилы тоже особенные. О, усишками своими смотрит. Сейчас скоро, Валюш, лето. Скоро выпущу тебя в дикий мир. Прям такая объемная стала. Была-то какая, да? Сухенькая. Непонятно, как ты там, блин, в той раковине тогда была. А сейчас, смотри, ползает. Смотрите, Валенька кушает. Одним глазом на меня смотрит. Да не отниму я, Валенька, кушай, кушай. Вся эта капустка для тебя. Смотрите, Валенька кушает. Смотрите, блин, Animal Planet. Кушай, кушай, Валенька.
Че, Валя, пора тебе YouTube-канал отдельный заводить. Будешь там ползать. YouTube-канал для самых терпеливых. Валя ползает. Зрители наблюдают. Смотрите, сейчас тебя дом перевесит, и ты упадешь. Не? Не знаю, не знаю. Валя прям заглатывает капустку. Кушай, Валенька, мне работать надо.